вчера на трансляции говорили о том, что можно будет сегодня записать ролик, типа в стиле «как сделать игру там за 10 минут» и тому подобные вещи. Вот, значит, сейчас немножечко подготовлюсь и попробую. Опа, дубликат. Значит, немножко подготовлюсь сейчас и попробую реально сделать за 10 минут кликер, в общем. Чтобы что у нас было в этом кликере? Чтобы, значит, можно было покупать новые строения, чтобы можно было кликать, соответственно, на кнопку, чтобы у нас получались деньги за это все, и чтобы... Что еще? Деньги, в общем, каждую секунду там приходили, или каждые сколько секунд, неважно. В общем, нужно таймер мне сейчас запустить. Я таймер сейчас заранее подготовил, 10-минутный. Как только я его запущу, значит, время пойдет. Я его на экран сейчас вытащу. Вот. Ну, вроде все, давайте попробуем. Сейчас у меня вон таймер там. Я его тестил просто, пока все настраивал, уже, блин, 10 минут прошло. Вот. Сейчас я таймер перезапущу и думаю, вот прям с этого и начну делать на скорость за 10 минут, значит, кликер. Окей. Запускаем. 10 минут пошло, значит, создание проекта у нас все начинается. И, блин, я уже косячу. Кликер не так называю. Create Project делаем. Что нам нужно, пока создается проект, блин, жалко, время идет. Что нам нужно, значит, чтобы сделать кликер? Нам нужно, значит, создать интерфейс и Game Instance. Game Instance — это, значит, объект, в котором у нас будет храниться вся информация. Вот, создаем, значит, папки. Папку создаем Blueprints. И создаем папку UI. В папке Blueprints создаем blueprint типа Game Instance. Мне интересно, я успею или нет. Делаем кликер Game Inst. Вот. Также мы создаем файл структуры, который назовем кликер struct. Значит, в этом файле структуры создаем переменные с типом float. Это у нас будет base price. Дальше у нас будет quantity. Ой, блин, не туда пишу. Сюда quantity. Дальше у нас будет переменная бонус. Дальше у нас будет переменная имя. Name. Ну, то есть, как будет называться наш объект. Привет, челлендж, создай игру за 10 минут. Да, вот я пытаюсь создать, короче. Таймер я запустил вот только что. Вот сейчас попробую сделать кликер. Окей, да, без отвлечений, значит. Кликер, Game Instance. Окей, я там создал, это пока не важно. UI. Создаем два виджета. Один будет Game UI, где будет у нас кнопочки располагаться. Другой будет Bonus UI. Сорян сразу, я сейчас чат не буду читать, потому что, ну, сами понимаете. Теперь в Clicker Game Instance. Значит, на event инициализацию мы делаем delay небольшой, потому что через Game Instance обычно так не делают. Create widget, Game UI. Делаем add to viewport. Дальше достаем getPlayerController. Ух, сколько времени уже прошло, мне кажется, я не успею. Show mouse cursor set. Делаем. Set input mode. UI only. Все, вот так достаем. Теперь widget to focus. Делаем следующее. Все, compile save. Делаем две переменных. Одна переменная будет обозначать наши текущие деньги, money. Тип у нее будет float. Float. Дальше. Следующая переменная — это вот наши здания будут. Clicker structs. Ну, допустим, это наше первое здание. Там, значит, будем писать building 1.
Окей, compile save, building 1, мы пишем имя, хрен бы с ним, бонус, какой бонус, 0.1, допустим, quantity 0, base price 15, допустим, нам нужно 15 кликов сделать, чтобы купить одно здание. Дальше, что у нас тут должно быть? Custom event. Custom event. Блин, какой custom event бы сделать? Допустим, add money, допустим. Неправильно я его еще написал при этом, ладно. Create widget. И будет у нас бонус UI здесь. Вот мы второй виджет, который создали, делаем на него add to viewport. Все. И здесь add money мы должны написать переменную, сколько денег мы хотим прибавить. Тут пишем бонус. Вот, значит, money делаем плюс float, бонус этот делаем и money set новое значение сюда. Все, это мы, значит, на клик будем сюда прибавлять. Теперь в бонус UI делаем, что мы делаем, панель сюда засовываем, canvas панель, вот так. В эту canvas панель мы засовываем текстовый блок, этот текстовый блок мы, значит, делаем create binding variables, бонус. Этот бонус у нас это float переменная, instance editable, expose on spawn, compile, save. Бонус достаем, вот сюда засовываем, compile, save. В event graph на construct мы должны сделать что-то вроде рандомного положения вот этого блока. Делаем так, graph. Переменную забыли сделать из этого текста. Текст блок делаем set render transform, вот так. Нет, не transform, translation должно быть, translation, set render translation, вот так делаем. Break make random float in range 100, здесь делаем минус и вот это вот сюда, compile save. Через одну секунду мы убираем это все с экрана. Блин, 3 минуты осталось. Remove from parent. Все, compile save. Теперь создаем game UI, делаем button, делаем, на него вешаем он кликит, он кликит, так, на event construct мы, значит, делаем get game instance cast to clicker game inst promote variable game inst, вот так. Теперь на клик по кнопке мы делаем add money, делаем бонус 1, compile save. Вот теперь в дизайнере мы теперь делаем button, это у нас здание, сюда мы засовываем в это здание текстовый блок, это у нас будет цена на прокачку здания. Мы делаем get game instance, get building, break делаем. Вот, цена будет считаться у нас так, base price мы умножаем на float, здесь мы делаем power 1.15 в степени количества, которого у нас есть, вот это сюда засовываем. Теперь саму кнопку делаем валидной только если у нас цена, вот эта вся цена меньше, чем количество монет, которые у нас есть, больше или равно вот это. Вот, compile save, 1 минута 38 секунд. Окей, теперь делаем t
текст сюда. Это мы делаем name, значит, bind. Вот так делаем сразу. Build name. Все, compile, save. Здесь мы сделаем quantity. Create binding. Вот так. Это будет у нас quantity здесь. Compile, save, designer. Это мы копируем, вставляем. Здесь у нас будет бонус, который нам дает здание. Просто отображаться бонус. Дальше. Compile, save снова. Event graph. Теперь на construct делаем delay 1 секунда. И каждую секунду будем делать следующее. Event graph. Вот так. Quantity мы умножаем на бонус. 30 секунд, блин. Создаем переменную. Создаем переменную флотовскую. Блин, я уже башка не соображает, как назвать ее. Делаем set 0. Вот тут вот плюс делаем. Делаем снова set. Вот так. Это сюда. Вот так. Делаем game instance at money. Вот так. Сюда. И вот сюда. Compile, save. Стоп. Я что-то не понял. 4 минуты 50 секунд еще остались. Ну-ка. Я думал, у меня все, уже время закончилось, если честно. Так, окей. Clicker game instance. Одну секунду. Вот. Почему не показывается? Потому что в Project Settings я забыл поставить game instance правильно. Я, если честно, думал, что все, у меня время кончилось. Дальше идем тогда. Clicker game instance. Вот так сохраняем. Теперь play. Значит, нажать мы не можем ничего. Вот, появилась кнопка. Ничего не происходит, потому что мы на эту кнопку ничего не назначили. Блин, Game UI. Снова вот эта кнопка. Где она? Button. Успеем, успеем. На эту кнопку вот что делаем. Где-то я цены сравнивал, нужно найти. Вот. Вот это все я делаю. Беру сюда. Если больше или равно, branch, это сюда, money, money, минус, float, минус вот это значение, делаем set money, set money, делаем true, сюда вставляем, и set members делаем, и на clicker struct. Вот так, дефолт категории делаем quantity. Вот, quantity берем, прибавляем ему единичку за покупку. Сюда вставляем, compile, save, все, ну-ка проверяем. Появилось. А, мы не отображаем. 3 минуты осталось. Мы не отображаем количество денег текущее, я забыл вообще про них. Текст-блок делаем, bind, create binding, и отображаем на экране, значит, берем game-game-instance, money, блин, берем, сюда вставляем, compile, save, еще раз проверяем быстренько, 1, 2, 3, 4, 5, все, 15, окей, 1, бонус не отображается, тупица я, clicker-game-instance, где у нас? Бонус UI виджет, в бонус записываем, вот, и если бонус равен нулю, то ничего не делать, если false, то тогда только отображается, все. Ага, вот, делаем, все, 0.1, 0.2, 0.3, нет, стопэ, что-то не так. Почему бонус другой? Clicker game instance. Минута 50 осталось. Баг нужно исправить. Угу. Бонус UI. Game UI. Event graph.
А, вот почему я тупанул. Вот сюда это своё, мы не обновляем переменную. Ну-ка, минута 24. Вот так. Бам, 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 бам. Прибавляем до 17.25. Уже 0.2 получаем. Все, в принципе, сделали. Осталось еще минута. 9 минут еще оставалось. Вот. По сути, к этому что еще нужно сделать? Ну, то есть, теперь, по сути, поверх этой системы будет делаться, если бы это была полноценная игра, 14 минут уже. А, то есть я по второму кругу сделал? Блин, тогда... Тогда жалко, конечно, да, не уложился я в 9 минут. Блин, окей, тогда 15 минут. Челлендж, короче, не прошел я за 10 минут сделать. Сделал за 15 минут, окей. 14 минут у меня ушло в итоге. Жалко. Жалко. Ну, блин, я старался. Я старался как мог. 15 минут, кликер. Вот, можем еще тут накупить. Ну все, я в принципе знаю, что буду делать в ближайший день. Я буду просто сидеть и кликать.